Всем привет, с вами я, Егор. И что, сегодня я вкладу еще один ролик. Да-да, я не сдаюсь, такой челлендж себе поставил. И сегодня вы увидите такое, чего вы вряд ли где-нибудь видели. Сегодня я переведу минобравлеров на русский язык и скажу, что из этого получится. И сразу, если вы думаете, они просто будут переведены на русском, то нет, там получится очень интересные названия. Думаю, я вас заинтересовал. Ну что же, не буду вас тянуть. Ой, ладно. Погнали! I wanna do it right. Arriba la vida, arriba la vida, arriba la vida, arriba loca loca vida, arriba la vida. Первый бравлер, имя которого я перевел на русский язык, это Беа. Если посмотрите на эту картинку, вы увидите то, что написано большими буквами Беа. На самом деле, когда я вот прослушал, нажал на эту кнопочку прослушать, там было Беа. То есть, оно как бы переводится вот просто так же, но вместо B стоит и все большим. Если такое-то закодированное название, то есть там первая буква от каждого, как, например, у меня IK, игровой канал Егора, то напишите, пожалуйста, как это расшифровывается, потому что я, честно говоря, не в курсе. Ладно, следующий боец. А это у нас Пайпер. И да, вы просто не поверите, как переводится Пайпер на русский язык. Пишите в комментарии. Вайпер у нас это волынщик. Да, в это странно, даже смешно поверить, но Пайпер это волынщик. Кто не знает, что это такое, думаю, знаете, есть такая штука, это волынка. Так вот, волынщик это тот, кто играет на волынке. Думаю, я вас немного посмешил. Итак, следующий боец. На очереди у нас Карл. Карл человек простой, поэтому он у нас деревенщик. Карл деревенщина. Вы понимаете, Карл такой чувак в соломенной шляпе, который ухаживает за свиньями, ну вы поняли. Вот такой вот у нас Карл человек. А следующий бравлер это Брок. Вы, наверное, откликнули это видео из-за него, потому что Брок у нас это барсук. Это вообще что-то. Брок у нас, то есть это человек и он животное. Ну как так можно было? Я вот так прикалываюсь этого. Что, ну наверняка это, ну это ошибка какая-то, ну нет, это не ошибка, это прям прямой переводчик, это с переводчика тоже есть, и вы должны это знать, что Брок это барсук, ну вообще. Ладно, думаю, сейчас все поугарали, следующий боец. Следующий бравлер это Спраут, да, тот самый Спраут, которого кто-то выбил, большинство, а я нет. Ну да ладно, хватит об этом шуток, Спраут у нас это росток, думаю, все это знают. Ну тут есть, я посмотрел внизу, еще один очень интересный вариант перевода. Спраут это брюссельская капуста. Почему мне этот вариант перевода заинтересовал? Потому что все, когда видели атаку Спраута, думаю, у всех была ассоциация с капустой, а не с зернобомбом, как написано в описании. Вот поэтому знайте то, что это на самом деле брюссельская капуста, потому что Спраут переводится как брюссельская капуста, это один из вариантов. Основной вариант это росток. Ну и последний бравлер на сегодня у нас это барабанная дробь. Это Фрэнк. И нет, я не говорю про комьюнити-менеджера Фрэнка, который нам постоянно делает спойлеры. Я говорю про Фрэнка, бравлера из Brawl Stars. Это очень уважаемый бравлер, потому что он у нас откровенный. Oh my. Это самое странное имя, потому что это даже не какое-то животное. Даже не существительное, скажу я вам, это прилагательное. Фрэнк это откровенный, ну это вообще, это просто что-то с чем-то. Самый странный перевод, причем это официальный, то есть не код там из вариантов перевода, это прям когда ты пишешь на русском откровенный, тебе пишется Фрэнк. Ладно, думаю, вам понравился этот перевод, ролик вышел короткий, но при этом очень информативным. Поэтому, если мы под этим роликом набираем как можно больше лайков, я делаю вторую часть и перевожу другие имена бравлеров на русский язык. Ну а с тобой был Егор, удачи и пока-пока!